Я закончил театральный институт у замечательного, Киевский театральный институт, у замечательного мастера Владимира Александровича Нелли. Это легенда, скажем так, украинского театра. Это легенда вообще советского театра. Потому что это первый человек, который поставил оптимистическую трагедию. До Таирова. Вы готовы? До Таирова. Да? Вот он был главным режиссером в русской драме. Он был зав кафедры режиссуры в институте. Ну, то есть это легенда. И вот так судьба сложилась, что я у него интеллигент той закалки до мозга костей. Это очень обидно. Вот. После этого я немножко поработал в провинциальных театрах и уехал в Питер, в театр Ленсовета к Владимирову. И у Владимирова проработал несколько лет. Вот. Потом начались коммерческие времена. Я все собрала. И зарплаты не платили ни в театре, ни в Ленконцерте, где я потом работал. И я уехал в Германию. Микрофоном? Вот, в Германии там мы никому не нужны, я имею в виду люди искусства. Если здесь нас государство поддерживает, то там никто не поддерживает. Ну, делал все на энтузиазме. Моноспектакль играл. Вот, снял фильм, «Что движет солнце и светило». Это фильм. Я там столкнулся очень близко, впервые, наверное. Хотя я знал про этих людей, барды. Барды, авторская песня. И там я столкнулся с ними близко. И меня потрясла их влюбленность, увлеченность творчеством. Вот люди там, я не знаю, инженеры. Это Панковские студии, да? Люди, инженеры, программисты, кто угодно, далекие от искусства, но душа их требует этого. И они все свое время, деньги отдают в это бардовское движение. Меня это увлекло, заинтересовало, и я поэтому снял фильм. «Что движет солнце и светило». Это последняя строчка «Божественной комедии Данте». Я выбросил только первое слово. Полная строчка звучит так. «Любовь, что движет солнце и светило». Вот эта любовь к работе души. Мне должна была работать душа. Про это я снимал фильм. Ну и такой же фильм, наверное, можно снять о вас. Ну, наверное, не знаю. Вот. GPL сниму. Да.